Можно узнать, почему сотрудники без формы работают? Объясните, пожалуйста, почему на вас нету формы? Все вопросы? Кому? В отделение по общественности, по связи с общественностью. В отделение по связи с общественностью? Да. Звоните в нас. Кому вопросы? Наше отделение по связи с общественностью. Вопросы? А документы вы можете предъявить? Предъявите, пожалуйста, документы. Вы несете службу в общественном месте? Что? Я в чем? Вы, уважаемый. Бронежилеты. Бронежилеты? Повесьте на бронежилет. Нету места, чтобы... Повесьте на бронежилет. Почему у вас как не предусмотрено? Сотрудник полиции при несении службы в общественном месте должен иметь на себе номерной жетон. Почему у вас нет номерного жетона? У вас удостоверение есть? Скажите, пожалуйста. Вахим Юрий Николаевич, младший сержант. А ваше, пожалуйста, удостоверение. Достаньте его, чтобы он висел, как положено. Достаньте, чтобы он висел, как положено, чтобы его было видно. Номер. У вас не виден номер. Удостоверение, пожалуйста. 010-923. Значит, я вам сообщаю, уважаемые, так как вы нарушаете закон о полиции, я буду писать жалобу на вас в прокуратуру. И требую сейчас все-таки привести в соответствие и надеть нагрудные знаки, как положено. Вы отказываетесь выполнять требования закона полиции, я правильно понимаю? Нагрудный знак имеется, уважаемый. Я имеется еще раз спрашиваю. Нет, не имеется. Его не имеется. Его не видно. Он не в соответствии с законом о полиции находится. То есть вы отказываетесь выполнять требования закона полиции, я правильно вас понял? Я выполняю закон. То есть вы отказываетесь выполнять закон, повесьте номерной знак расположен. У вас его не видно, номер. Его смысл в номере, уважаемый. Вы прочитали номер, прочитали. А остальным не видно. Пишите. Остальным не видно. Повесьте, пожалуйста, знак. Пойду искать вашего старшего сейчас. Полиция, правильно? Не видно. Сотрудник полиции по закону полиции должен иметь наклеенный номерной знак. Достаньте его наверх. Вы кто вообще такой? Я не вижу. Они были должны доступны. Он есть? Он его нет. А где он? Он у вас под бронежилетом. Вот почему ваши коллеги несут службу без нагрудных номерных знаков? Они должны быть в пределах видимости. Их смысл в чем? Для того, чтобы... Слушайте, да вы что, перед этим из сона вышел человек, его надо арестовать вообще-то, он из сона вышел, посмотрите. Уважаемый, какой смысл этого номерного жетона? А вы знаете, что бронежилет? Это средство защиты. Какой смысл номерного жетона? Нет, у вас нет. А где? Я еще раз спрашиваю, какой смысл номерного жетона? Чтобы информацию мы узнали. Да, чтобы вас идентифицировали. У вас сейчас информации нет. Потому что он у вас спрятан. Почему у меня спрятан? Потому что он спрятан. Помните, был бронежилет? Он у вас спрятан под бронежилет. Прямо. То есть это нарушение закона полиции. Вы отказываетесь соблюдать закон полиции, я правильно? Не отказываетесь, когда повесьте жетон, где у вас висел. Вот у вас видно дырки от... Нет, дырки от жетона у вас на бронежилете есть. То есть он вот туда нормальным образом помещается. Вот это. И у вас тоже. Повесьте, пожалуйста, как они должны быть.
Через 3 часа тебя отпустим, не переживай. Они не то, что не знают, они спрятали номерные жетоны для того, чтобы их потом не привлекли к ответственности. Господа полицейские, номерные жетоны свои достаньте. Ребят, вы здоровые мужики, вам больше нечем заниматься в этой стране, винтить своих сокровищ. Господа полицейские, номерные жетоны свои. Ну не стыдно вам будет потом детям? Зарплата маленькая, изголодались? Оккупанты! Зачем вырабатывать? Ребята, кого больше тут устраивают в кухне? Верните женщину! А ваша мать знает, какие позорные сделали? Ваши потом люди, ваши дети. Они бутерброды мороженые. Товарищи, мы разбираем людей, которые с тобой.